Минувшие выходные стали для ангарских огнеборцев и сотрудников отдела надзорной деятельности насыщенными трудовыми буднями. Инспекторы зафиксировали нарушения противопожарного режима. Были составлены административные протоколы 5 в субботу и 3 в воскресенье. Нескольких человек доставили в отделы полиции. Отрабатывались сообщения по выезду пожарных подразделений. Всего за субботу и воскресенье было 20 выездов зафиксировано на полтровые мусора. Если по разделению, то 11 сообщений было по сжиганию мусора и 9 по палу травы. В период до 10 мая из сотрудников ОДН, полицейских и казаков сформированы патрули. Группы несут дежурство, предотвращают поджоги и задерживают нарушителей на всей территории Ангарского района.